Здравствуйте, меня зовут Аджан, и сейчас мы узнаем, какая погода ожидает нас 29 сентября. В Барнауле ночью плюс 6, днем плюс 12, в Белокурихе и Горно-Алтайске ночью температура похожая, днем плюс 13. Далее ознакомимся с прогнозом погоды в нашем городе. В Бийске переменная облачность, возможен дождь, ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 12, плюс 14. Желаю хорошей рабочей недели, удачи вам во всем.